Всем привет, ребята, с вами Кирикосплей, и мы продолжаем играть в группу Platinum Chapter 2. Извините, долгое отсутствие видосов. У меня случилась проблема с интернетом. У меня его... как бы нет. Объяснить сложно. То, что могут увидеть, сколько проходило очень долго видео, и как начало началось самое первое видео про Platinum Chapter 2, и как я решил сейчас делать... Вы думаете, что я забил хрен на это прохождение, но это не так. Я даже не думал забивать прохождение. Мне нравится очень сильно эта игра. Она вдохновляет, прикольно, офигенная просто игруха. О, это еще кто? Хаги-Ваги, я знал, что ты вернешься когда-нибудь. Нет? Хаги-Ваги? О, я ворутуна. Киси-миси? Киси-миси? Серьезно? А ты атакуешь меня? Чё ты меня смотришь? Не смотри на меня, некрасивая. Да. Ну ты мне хочешь быть, либо вдруг ты нападешь на меня, а вдруг не нападешь, не хочу тебе, что ты нападал на меня. Страшно будет тут, наверное, очень будет тут. Ты, блядь, открывай быстрее. Открывай, сука, черепаха. Черепаха будет быстрее, я тебя открою, с чем ты, блядь, откроешь прямо сейчас, смотри, очень быстро. Чуть-чуть потихоньку пойдем, а смотрим, типа, вокруг, типа, что мы еще можем сделать. Так. Что за фигня? Как это снимать? Ну как это снимать на это? А, действо. Так. Что будем впитать? И сюда. Спасибо. А дальше что? А, ветеряться? Надеюсь, ветеряться не будет мне подать Хаги-Ваги. Хотя его вообще здесь нету. Мамочка, не будет мне подать мамочка длинные ноги. Да. Пока единственное, это мамочка длинные ноги. Единственное, кто может мне подать, только это она, Барри. Давай, Барри, погнали. Барри, давай погнали. Ты не нажимаешься? Я двигаю тебя вообще-то, ты даже не думай двигаться. Ты чё, ты обязаешь меня, обязать меня нельзя, я расстроюсь, очень сильно расстроюсь, и тебе будет тогда непопадно. Спасибо, погнали. Барри, use my use. Ладно, обязаем очень быстро, переходим, Барри, стой тут, и никуда не уходи. Если можно вот так, кстати, не обязательно. Переписать. Бри. Всего лишь хоронится 10 секунд, но думаю, мне хватит этого времени, чтобы открыть быстро. Давай. Нет, не умирай. Пожалуйста. Твою мать! Ну как же мне сделать? Если она с той стороны. А это мне для чего патент для красоты, что ли? Ё-моё, это как за мне надо сделать? Я так... электричество долго не сохраняется. Вы чё, совсем с ума сошли? Ненормальное. Давайте занимайтесь делом. Стоп. А, ё-моё. А может сби... А может вентиляция и что-то? Да, так долго литейство не протянется. А по злу хуже черепахи. Я что сказал, такая графика, какая игра, такая графика. Ну, Барри, тебе нужно в другую сторону. Пацан, я не могу тебе помочь, потому что не в курсе, как это открыть. Откройте. Господи. О, рядом так. Откроем. И, а нельзя, и вы задные зутки. Нажму и... Да! Ха-ха! И на всякий случай заберу опять литейство. И-и-и. Чтобы не повадно было, чтобы не забирали литейство, я заберу литейство у вас. Нажимайся, блин. Рычаг! Нет! Ну опять. Ты издеваешься? Давай, нажимайся, рычаг. Спасибо. Нет, давай, Барри. Барри, я. У нас мало времени, мало электричества и мало очень много чего. У него, у этого Барри даже глазки есть.
Он, видимо, какая-то бозая коровка. Барри бозая коровка. Наверное, вон стоит семя. Барри бозая коровка. Забудьте это, фигня какая-то. Фигню говорю, блин, нормальный у тебя человек, будет молчать в это время, ничего не говорить, не приходи, ничего. А я нормальный человек. Просто говорю, что о чем-то думаю, чтобы никому не было скучно, какая-то тупо проход. Офигеть, сразу три! А вы мозгами думали, как я открою? Вы мозгами думали? Да блин, не пере... А ладно, Барри, давай передачу тебе на ту сторону, чтобы не открылся что-нибудь. Блин! Скорее! Есть, Барри, мы с тобой выбрались! Я забыл, что хотел сказать. Ладно, финика это. Но это ничего не волнует. Синяя кассета нам не интересна, нам нужно прохождение синей кассеты когда-нибудь. Не уделю никакого видео, потому что мне вообще не интересно просто говоря. Мы проходим тупо-тупо игру, а не кассету. И вторую. Ё-моё, так вторую-то как стен. Ааа, ну давайте заберем здесь электричество. Нет, я успею. Заберу. Нифига. Я молчу и молча думаю про себя. Сюце хуй пип просто. Я заберу у тебя электричество. Оно тут не нужно, это тут вторая партия с электричеством. Да я так ее уже забрала. Выйти мне теперь как это? Прекрасно, по вентиляции его в курсе, что я пока ползу, у меня все электричество за 10 секунд закончится. Вы мозгами думали, а? Нет. Ну, естественно, блин, пока я ползла, электричество закончилось. Ну как, не так быстро электричество включили, вы что, совсем с ума сошли, а? Не бойся, Барри, если я сказал, что я вытащу нас, я вытащу нас. Так как же забрать-то? Ну, забрала. Можно пробовать там активировать, то ли как-то где-то. Ё-моё, я заблудилась. Сюда уже нельзя ничего сделать. А, закончился электричество. Погнали. Ё-моё, в начало пришла. Тьфу ты. Ну чё, будем заниматься вот этой фигнёй? Не бойся, Барри, я буду ещё нас отсюда. Нет! Ну я тебя активировала, какого фига ты продержался всего 3 секунды, а потом отключился. Ты свинина. Ну, можно сюда войти, но это мне неинтересно. Туда сюда он заходил, там тупая вентиляция стоит. А тупо можно обойти сбоку. Кстати, да, вон можно обойти сбоку, на пятом вообще тратить на это электричество. Туда вентиляции нет. Хотя от вентиляции толку ноль, в принципе. Да блин, опять закончился энергия. Давай. Сюда. Ну, естественно, вентиляция, конечно. И навык я сюда прислал, бесполезная трата времени. А вторую как? А вторую? Ну блин! Ну блин, не успела. Барри, ты бы помог бы хотя бы, а? Видишь, что у меня одно тяжело. Нет, это за руку помощи не приложит. Да ё-моё, это чё, тупило всё это время? Скорее! Барри, здесь! Нам дали возможность уйти отсюда! Скорее, Барри! Барри, скорее! Погнали, чувак! Yes, наконец-то я выберусь на это из этого проклятого места! Барри! Барри, ну чё как черепаха едет? С глазами он твоими. Смотри, вот только вперед глаза, и больше никуда. Ю-ху! Есть! Сломала систему, а то есть никак не сломала. Почему я называю его Барри, кстати? У него написано сзади Барри, то есть это его настоящее имя, и у него такой вот прихватка, ручка и впереди глазки. Он похож на утконоса. Утконос Барри.
Эй, я была Юсюса? А, это выход из этой локации. Вы что, издеваетесь? А сколько там локаций еще? Если я только из этой вышла. Кстати, я била морды Хагиваги в одном из видосов. Вот в этом. Ого, ты играл в это? Ты так рос! Ты готов к последней игре? Статуи! Иди к мамочке вниз! Куда вниз? Я надеюсь, тебе было весело! Увидимся в следующий раз! Да, увидимся еще как! Так, сейчас надо идти на статуи! Вот она статуя! Почему она идет? Тина, не люблю собак. А вы знаете, почему не люблю. О, кто-то есть. Видимо, тебя нужно открыть. А как тебя открыть? Блин, нифига. Я могу повернуть вот в эту сторону. Откройте, давай. Yes. Ура! Позасли в статуи. Осталось всего чуть-чуть. Да погнали. Так, о, могу пойти? Да, могу пойти. А там, кстати, все забетонировано, кстати. Или заделано. Ё-моё, кстати, сначала надо выйти задание, с тобой задание, перейти на локацию. Да вы издеваетесь. Опять эти дебильные рычаги. Да вы издеваетесь, что ли? И че я по вас должна догадаться? Мы тут че отсюда нафиг? А, нет, это вход. Ладно, попробуем так. Может... Ага. А, и смысл тебя включила. А, наверх можно залезть. Уии. Ауч. Еще раз. Уик. Уик. Уип. Сюда. В смысле? А здесь нужно сильно попотеть. О, еще один. А-а-а, ясно. Нет! Блин. Кстати, хорошо. Может, надо было включить типа генератора. И вверху. Скорей! Да блин! И да блин, отзывайся! Да ты скотина! И давай! Да блин! Давай еще раз. Не тормози, скотина. Ес. Нажимайся, скотина. Нет. Ау, закончился электричество. Нажимайся, тут совсем махва. Ес. Наконец-то я прошла. Что не открылось? А, открылось теперь. Вау, это я где? Ё-моё. Это вы чё? Инструкция. Ну, погнали. Добро пожаловать в статуи! This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance. Это тестирует твою физическую силу. The lights will turn off. Правила просты. You can move through the obstacle course at this time. Света нету. However, ты можешь двигаться. When the lights turn on, you can look around, но, однако, когда свет есть, you may move again, ты можешь смотреть вокруг. Конечно, я могу смотреть вокруг и двигаться.
Ой, и не двигаться. PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test. Если он поймает тебя, over. Тест окончен. Удачи. Ну конечно, удачи. Только удачи мне как раз и понадобится, просто тоже такой страшный псины. О, это было очень грустно. Они называли меня мамой. Потому что я была близким для них. Но они, когда играли в игры, не возвращались. Они вроде оставались одни. Они заслуживали этого. Но ты работал здесь. Поэтому ты заслуживаешь умереть один. Мамочка, ты офигела, что ли? Я бы с тобой не разговаривал. Здесь, короче, все заморозка. Сейчас включится, и я буду убегать от какого-то... от какой-то многоноски. Кстати, способы этой многоноски я должна как-то... короче, убегать при свёл... убегать в темноте. Игра поэтому называется статуя. Типа, стою и не вижу нифига. Моя задача, чтобы он меня не поймал. Наверное, с этого того. Ё-моё! Он ползёт! Он ползёт! Скорей! Темнота! Темнота — моё спасение! Я даже ем всегда в темноте! И это меня спасло! Нет! Чё я ходить не могу? Глюк! Я воспользуюсь преимуществом! Ходила всё это время при свету, но не убил! Какая-то многоножка вредная! Но я дойду! И не умру, ясно? Тебе не получится меня убить. Ха-ха. Ясно. Нет? О, ты наверху ползёшь? Смотри, не уползи куда-нибудь. Эй! Ты куда поползла вообще? Ты на меня вообще идёшь или нет? Или ты просто на потолке решил повисеть? Ей на меня насрать, ей потолок важнее. Изи. Ну, больше нету, давай изи. Изи все-таки полегче. И все это должно в темноте такую видеть. Ага. Свет. Погнали. Блин, по свету все видно, а в темноте нифига не видно. Ага, свет горит. И пошли дальше. Задача выиграть. Успела. Фу, погнали дальше. Когда не... Фух. Спать еще по кубикам прыгать. Фух, повезло, так повезло. Нет, я упала из кубика. Нет. Фух. Вот это вообще очень далеко. Давайте. Спасибо. Ура! Блин. Да стой. Нет. Нет. Фух, оно вообще далеко. Как быстро! Я даже не успела пробежать и сантиметра. Это неправильно, это нечестно. Это вы охуели? Почему так мало? Дали всего
секунды 5, наверное. О, погнали дальше. Скорее, тупая многоноска. Не дойди до меня. Вырубайте. Наконец-то. Yes. Опять я упала. Пьянь, все время падаю и падаю. Нет. Ты куда поплыла вообще? Ты на меня пошла или вокруг куда ты расползлась? Во-во-во-во-во, сюда надо идти. Эй! Нет! Блин! Меня тут поймает многоножка! А вон какая-то кнопочка назад. Нифига. Дайте мне пролезть! А, она вот сюда ползет. Давайте темноту. Все. Если хочешь быть большим здоровым, я садину в темноте. Все. Ты вообще проползла сквозь текстуру, ты в курсе? А по-твоему, ты проползла сквозь мусор. Так ты куда все ползла? В мусорку, что ли? Я не вижу тебя. Куда мне идти-то, ё-моё? Значит, сюда. Ой, да блин! Нет! Фух, успела. Ну чё, мамочка, больше ты хорошо жить не будет, потому что... А, это... Ты смылась? Ах ты скотина! Я даже поговорить с тобой не успела, чё за глюки? А, вот и... Да блин! Ну вот она обратно поползла. Уходим, 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 уходим от этой многоноски. Нет? Да блин! Какая-то противная. Либо тут пройти, либо вот тут пройти. Куда? Я не знаю идти. Вверх или вниз? Светалочку посчитаем. Нет, да. Я не знаю. Да ё-моё, как я заберусь туда? Вы бы хоть лестницу сделали из кубиков. Нет, 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 тут лестницу из кубиков. Давайте я из лего построю её, я. Ебая, сквозь мусор провалилась. У вас когда-нибудь было такое ощущение, что вы бомс и провалили сквозь текстуру камня? Нет? А у меня, да, я провалил сквозь камень. Ё-моё. Лот. Лот гейм. Не хочу заново всё переигрывать. Да нажимайся ты. Нажимайся. Выбралась? Выбралась ли? Куда я провалился? Ненавижу этот камень. Запомните, ребята, это самый вредный камень, который я когда-либо видела. Сеттинг. Это настройки, сделанные при помощи такой игры, при которой я вам я говорил, как я устанавливал FNAF 9. Та самая программа, то есть устанавливать программу, увеличивает FPS в множество, в большое количество раз. И у тебя игра, которую ты устанавливаешь, вообще не глючит. Но это идет только на самых мощных, самых сильных и самых очень крупных таких, у многих таких игр. Но FNAF 9 не пошел мне. И без проблем я его начинаю проходить. Прохождение найдете в плейлисте, там самая первая серия. Но я только начинаю проходить, вы что хотите? Да ты псина! Напугала меня до полусмерти. Все по
посралась за тебя. Хотя увеличила настройки, вроде нормально идет. При помощи программы, вот которую я устанавливала, у меня получилось. Программа как-то на L, на LD, LD называется вроде. Напишите вроде в поисковике, может найдет такую программу. Ссылочку оставлю в описании, если найдут программу. И можете установить любую славную игру, которая пойдет там от слабый комп. А мы для тебя выиграем этого проклятого пса со статуями. Вот пес и статуя рядом у него стоит. А, три трубы было. Давай на изи, потому что мы на изи там прошли. Пес, да блин, я остановилась, погнали быстро. Быстро пройдем и все. И пошли. Пошли вперед. Погнали к приключениям. Прыг. Блин, не да прыгнула. Скорым до меня достанет многоножка. Похожая на странную сине-фиолетовую розовую псину. Очень странно, кстати, да? Сине-фиолетово-голубая псина. Ну, лицо-то точно собаки. Я-то собаку могу разлететь. Только там многоножка. И очень жутко, кстати, везде видит. Кстати, куда же мне собраться-то? Ну, либо туда, либо сюда. У меня нет вариантов. Я, темнотися, погнали. Вызывали коллектора? Я сама пришла. Никого не вызывала на этот раз. Писеры, твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи. На сантиметр чуть не провалилась вниз. Ебать, это какая страстная фабрика. Чё она разломанная вся? Коридоры. Я так и не узнаю. Всем кроется секрет этих коридоров. Серёда, давайте заканчивать с прохождением. Всем пока, с вами была Green Cosplay. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите бодрые комментарии. Любые, пройди другую игру, пройди эту игру, пройди мою игру, пройди какую-то игру, я пройду обязательно. И комментируйте, это самое важное. Пока-пока.